Тихо, 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 тихо. Тихо, братан. О, боже мой, опять! Тебя потише, не надо, не надо. Кстати, мы уже почти прошли этот этап. О, боже мой! Нет, не трогай меня, пожалуйста, не надо. Так, смотрите, что я нашел. Да хватит меня бить! Отстань! По идее, вот этих больших монстров, которые выше нас, их можно убить. Я знаю, я это знаю. А он сейчас уже небольшой. Ой, смотрите, как тут классно. Что давайте кушать, давайте кушать. Обед, обед. И, кстати, на эту серию я, возможно, потрачу целый день, потому что мне сейчас надо уходить, и я на скорую руку делаю видосик. И монтировать мне надо очень много. И не факт то, что я успею доснять, когда приду домой. И меня опять пытаются убить. Что это за малек такой? Смотрите, я могу уничтожать их. Ай! Уху! Ай-яй-яй-яй. Да зачем мне открывать редактор, если я уже почти прошел все? Не трогай меня. Меня чуть не убили сейчас. Только вы этого не видели. Что за бред? Что такие лаги-то? Что за хрень? Ребят. Ладно, я это пропущу. Если что, я сейчас записываю при 5 FPS. У меня 5 FPS, черт возьми. Что за фигня? Меня опять пытаются убить. Ребят, сори за лаги, я не знаю, что происходит. Это последние мои дольки. И у меня вырастет мозг. Та-дам! Смотрим этот великий момент. Ура! У меня появился мозг. А у моего одноклассника так и не появился. Не эволюционировал. Он даже не обезьяна, не человек. О, все, перестал лагать. И смотрите, как мы мало тут все сделали. То есть, нам даже передвигать толком нельзя. То есть, надо травоядность пошли. Вот. Песен сирен нам дадут. Это позволяет временно очаровать других существ. Это хорошо. Живительная буря. Боже мой. Живительная буря. Дарует вождю способность вызывать бурю, с которой фрукты будут падать с деревьев. Вот это вот на этом этапе племя. Травоядность, восстановление. Доступно на этапе цивилизации. Позволяет отремонтировать все постройки и единицы техники. И уже на космосе. Травоядность, учтивость. И снижает цену на все инструменты, установленные восстановление контакта. Классно, в принципе, классно. Ну что, продолжаем. Великий момент загрузки. Так, что мы делаем из нашего перса? Мы его сейчас полностью переделаем. Прям полностью. Полностью. Ну ладно. Давайте ждать. Точнее, вы ждите. А вам не надо ждать, в принципе. Вот такой вот у меня получилось классное существо. Так вы видите, с половыми органами. Ладно. Я сделал ему маленькие миленькие ручки. Ну ладно. Пока что оставим так, недостаточно. Кстати, нам нужен еще прыжок. Буду летать. Ой, я точно, я сделаю это как крылья. О, все, шикарно. И бег. Я знаю, что это будет. Все.
такое подобие человека. Ну ладно, погнали. О боже, это великая загрузка. Вот мы и выплыли. Ладно, я промолчу. Начинается новый день и новая жизнь для вашего существа. Сделайте глубокий вдох, окиньте взглядом новый мир и отправляйтесь исследовать шутку. Да здравствует эволюция! Ля-ля-ля. Ну тут мы ничего не будем читать, я это вам вот так вот сделаю. Сами на паузу прочитайте. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ты куда побежал сразу? Тут у нас есть тело, но мы, конечно же, не можем его есть, если мы возьмем. Если мы его скушаем, то мы отравимся. Вот, такой видите. Поэтому нам нет смысла его брать. Нам нужно питаться фруктиками. Так. Ой, что это? Новый фрагмент? Бла-бла-бла. Ладно. Вот мы питаемся вот этими вот штучками. Ням. Ням. Ну что, погнали исследовать этот мир. И, кстати, смотрите, что это отравленный фрукт, по-моему, он плохой. Нельзя кушать. Но я для вас покажу, что будет. А, нет, он хороший. Блин, у меня эти руки похожи на щупальца. Ну ладно, побежали вот к тому племени. Ой, племени, боже мой. Смотрите, мы прям по соседству к нам. И меня сразу же встретил рогашипщик. Ну ладно. Не понимает, что происходит. Это еще кто? Вы встретили представителя другого вида? Кто это? Новый друг или заклятый враг? Выберите режимы и приготовитесь петь или рычать. Нет, я буду добреньким. Давай, давай, стукать. Отлично, мы с ним подружились. Отлично, вы заслуживаете награду. Скоро мозг существа увеличится, и она станет умнее. Это хорошо. Ну, логично, блин. А моего одноклассника, даже когда он дружит с другими, у него все еще не вырастает мозг, которого у него даже нет. Клетка сраная. Одноклеточная амеба, как мы его называем. Поголовая. Давай попоем. Все, мы подружились с этим племенем. Опять племенем. С этой стаей. Я хочу кушать. Ну так-то не хочу, но давай все-таки съедим. Я умею прыгать, ура! Так. Кушаем и идем дальше. Привет. Давай с тобой подружимся. Ты прикольный. Он серьезный. Подружились. Так. С тобой тоже сейчас подружимся. Запомни это. Все. Я стал подружиться с тобой, и мы заканчиваем выпуск. Это первая серия была. Ой, с тобой сложно, ты вожак. Похоже. И мы подружились с этим, с этой стаей. И у нас вырос мозг! Ура! Козлина. Он не понимает, что происходит. Ура! Он тоже рад. Упс! Не в лучший момент! Сила мозга. Существо стало умнее и освоило новый навык. Теперь оно сможет создать стаю. Вместе веселее! Вот у нас показывается индикатор стаи. И мы заканчиваем выпуск, да. Ну что ж, всем пока. Подписывайтесь на канал. И всем вам хорошего дня. Кстати, качели. И всем пока!